Здравствуйте, друзья! Привет-привет! И снова с вами я. И вот сегодня я хочу опять с вами совершить небольшую прогулочку по нашему чудесному острову Isle of Wight. Вот сегодня у нас погода просто замечательная, друзья. Опять вышло солнышко, и жизнь продолжается, вы знаете. Потому что, как я вам говорила, неделю лил страшный жуткий дождь. И было так плохо, так неуютно. А сегодня вот, ну и в частности вчера тоже был такой день очень хороший. А сегодня вообще великолепный, плюс 12, друзья, опять у нас. Вот так вот у нас в январе погодка. Это у нас январь, 2018 год. И вот мы с вами сегодня пройдемся. Наверное, я вам покажу некоторые красивые дома опять, некоторые красивые места. Ну, красивые настолько, насколько они могут быть красивы сейчас в декабре, как вы понимаете. Если время подойдет и все зацветет, все будет выглядеть абсолютно по-другому. Вот в частности, вот у этого домика, например. Я здесь, вы знаете, гуляю и все знаю. И вот это вот дерево. Это дерево магнолия, по-моему, или лилия. Вот я вам его покажу летом. Ой, весной. Оно начнет с марта цвести. Оно будет все в огромных белых цветах, вы знаете. Вот мы с вами сможем сравнить. Ну, а сейчас вот оно такое. Ну, вы знаете, вот по мере продвижения я вам немножко показываю еще вот такие вот. Мне кажется, довольно интересные такие английские постройки, английские домики. Это вот как раз то, что называется истинная старая Англия. Вот такие вот маленькие домики. Вот там вдали еще, ну, очень симпатичный коттедж. А, вот у него там, видите, даже башенка какая-то. К сожалению, конечно... Это надо туда заходить уже внутрь, обходить вокруг, чтобы эту башенку вам показать. Ну вот, очень-очень мне нравится этот домик. Приятный такой. Вот идем дальше, друзья. И я, конечно, опять не могу не показать вам. Хотя, конечно, тут у нас сегодня мусор выбрасывают. Вот стоит мусорный, неудобный, так некрасивый вид. Но вот посмотрите, какой замечательный старый-старый-престарый почтовый ящик. Вот эти вещи... Англичане, они просто, вы знаете, обожают. И вот сейчас вот за такой стариной все эти новые, богатые какие-то англичане, очень с большими деньгами, может быть, кто-то не поймет, но вот они вот за такой вот letters box старинный, они могут выложить огромные деньги. И вот даже его не будут перекрашивать, а именно вот такой вот вид. Это считается просто супер. Вот англичане антиквариат очень любят. Вот по мере того, как мы с вами гуляем, я просто не рассказываю вам, а вы, наверное, сами слышите, птицы поют. Это пение птиц, оно везде. Ну вот, мы с вами дальше продвигаемся. Это я вас веду и сама гуляю по этому Apley Towers парку. Вот у них вот такие вот в парках аллейки. Называется Public Way. И вот они практически выглядят всегда одинаково, вот так. И по ним гуляют люди, слушают птиц. А вот если еще слышите немного детский крик, слышите, да? Это вот здесь с левой стороны Primary School, английская школа детская. И вот там сейчас детки, наверное, гуляют во дворе. По хорошей погоде грех не погулять.
Я вот останавливаюсь просто, вы знаете, для того, чтобы вам включить камеру, вы послушали, как поют птицы. Иногда птицы поют очень много, очень громко, со всех сторон. Иногда вот так просто где-то одна печушка, вы знаете, вот поет, как сейчас. А иногда крик ворон огромный. Yeah. Who is that? Hello. 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 Кто это? Это вы знаете, друзья? Я отвлеклась, не узнала. Это моя знакомая Людочка из Одессы. Вот, русская тоже. Замужем за англичанином. У нее девочка. Вот она сейчас бежит девочку забирать в школу. Мы с ней проболтали. Вот так. Ну, продолжаем наше повествование и гуляем дальше. Сегодня ни ветерочка, ничего. И вы знаете, я вот сейчас подумала, я хочу, наверное, сегодня вам рассказать одну историю, опять же, про англичан. Вот как вы думаете, верят ли англичане в Бога? Вот такой вопрос. Потому что вы